Ямы и выбоины остались в прошлом. Смышляевский путепровод, который постоянно критиковали самарские водители, преобразили до неузнаваемости. В сжатые сроки рабочие сняли верхний слой дорожного полотна и заменили его на новый. Кроме того, здесь восстановили бетонное ограждение и привели в порядок перила. Сейчас специалисты заливают деформационные швы мастичной смесью. Этот материал обладает высокой прочностью и долговечностью. Щебенку вместе с мастикой разогревают в специальном резервуаре, затем этой смесью закрывают так называемые деформационные швы. Глава города Елена Лапушкина лично побывала на Смышляевском путепроводе и убедилась в том, что дорожное полотно отремонтировали качественно. Посмотрели, как уже уложили асфальт в полном объеме, сейчас заделывают деформационные швы, уже приводится в порядок ограждение, приводится в порядок разделительная полоса. К 30 числу движение будет открыто. На улице Победы тоже кипит работа. Здесь специалисты приводят в порядок тротуары. После того, как на одной из главных улиц города отремонтируют пешеходные дорожки, подрядчик должен восстановить зеленые газоны. А здесь какой у нас асфальт с вами? Д3. 5 сантиметров. Газоны то, что все восстанавливаем. Да. Тротуары и газоны на улице Победы от Нововокзальной до проспекта Кирова должны привести в порядок до 9 мая. Сейчас на трех участках одновременно трудятся 23 человека с привлечением 10 единиц тяжелой техники. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.